«Оазис» представляет вашему вниманию постановку по мотивам сказки Олеси Емельяновой «Лучшая мама». Жил-был маленький зайчонок по имени Ушастик. Каждое утро мама-зайчиха будила его рано-рано. «Ушастик, вставай! Солнышко уже проснулось, а ты еще спишь!» «Но, мам, я спать хочу!» Как всегда, ответил ей зайчонок, перевернулся на другой бок и удобнее сложил ушки на подушке. «Вставай, лежи боком!» А вот мама совенка никогда не заставляет его вставать так рано. «Так то совы, а мы зайцы! Вставай, мой хороший, завтракать пора!» Зайчонок нехотя встал с постели и сел за стол. «А умываться кто за тебя будет?» «Не хочу умываться. Вот рыбы никогда не умываются. И я не буду умываться». «Так кто рыбы? А мы зайцы». «Что ты все заладила? Зайцы да зайцы. Все зверята спят, когда хотят. Играют с кем хотят. Гуляют, где хотят. А ты то нельзя, это нельзя. Надоело». «Ну, маленький, не капризничай. Вот сейчас мы пойдем в огород за морковкой. Морковка выросла гладкая да сладкая». Ушастику совсем не хотелось идти в огород, но он знал, что мама все равно начнет его уговаривать и будет уговаривать до тех пор, пока он не согласится. «Теперь ты можешь немного погулять и поиграть, только не задерживайся и не опоздай к ужину». Зайчонок шел по тропинке и думал. «И почему у всех мама лучше, чем у меня? Пойду-ка я поищу себе маму, которая не будет меня будить, заставлять умываться и ходить на огород. И вообще ничего не будет запрещать». Ушастик запрыгнул на пригорок и огляделся по сторонам. На полянке порхали бабочки. Зайчонок бегал, прыгал с ними весь день. Услышав его, из норы вышла серая полевая мышь. «Что ты, мой маленький? Что случилось у моего ушастенького?» «Я...» «Да ты совсем промок и весь испачкался. Небось, проголодался бедненький». Зайчонок только всхлипывал и кивал ей головой. «Ну пойдем домой, пойдем ко мне в норку, я тебя искупаю, накормлю, положу в теплую постельку». Зайчонок обрадовался и пошел следом за полевой мышью. «Вот это настоящая мама!» — думал он, уплетая сладкие ржаные лепешки и запивая их теплым молоком. Мышь уложила его в мягкую постель рядом со своими мышатами, заботливо укутала его пуховым одеялом и запела колыбельную. Никогда еще зайчонок не спал так долго и сладко, как в эту ночь. И утром его никто не разбудил. Когда он проснулся, мышь тут же усадила его за стол, налила полную кружку молока и достала из печи пирожки с капустой, малиной, земляникой и яблоками. Мама-мышь хлопотала по хозяйству и время от времени с умилением гладила его по головке, приговаривая: «Ах ты мой умница, ах ты мой хороший, ах ты мой лапочка, ты мой ушастенький, кушай, кушай больше, расти быстрее». Ушастик уже объелся пирожками, и ему очень захотелось порезвиться на травке. «Мама-мышь, можно я пойду погуляю?» «Что ты, что ты? Тебе туда нельзя, ты еще совсем маленький. Вот вырастешь, станешь большим, тогда и нагуляешься. А сейчас кушай, мой маленький, кушай, мой ушастик». «Да не хочу я больше кушать, я гулять хочу. И никакой я не маленький, да я больше тебя». «А вырастешь, станешь еще больше. Хочешь, я тебе расскажу сказочку про кота?» Но зайчонок не хотел слушать. Он просто встал из-за стола, вылез из норы и пошел прочь.
через овраг, как увидел под высоким деревом огненно рыжую лису с огромным пышным хвостом. Она показалась ему такой красивой, что он сразу же подумал: вот бы мне такую красивую маму, но мне тогда в лесу всех завидовали. Лиса тоже заметила ушастика и закричала: а ну иди сюда, иди, кому сказала. Окрик был таким грозным, что зайчонок испугался, прижал ушки и медленно подошел к лисе. Ну, чего встал? Заняться нечем, я тебе дело найду. Дрожащий ушастик без разговора взял тряпку и принялся наводить порядок в лисьей норе. Когда я вернусь, чтобы нора была вычищена, посуда вымыта, цветы политы, белье постирано, обед приготовлен. Да, мам. Пролепетал ушастик и принялся с еще большим усилием махать тряпкой. Когда лиса ушла, зайчонок положил тряпку в угол и, пока лиса не вернулась, бросился бежать со всех ног. Да ну вот, не нужна мне такая мама. Долго зайчонок бежал по тропинке, не оглядываясь, а когда остановился, понял, что заблудился и оказался в глухой чаще. Ушастику стало очень страшно. Он сел на пенек и заплакал. Вдруг его кто-то окликнул с ветки. Уху, привет, малыш. А ты кто? Уху, я сова. А вы не могли бы стать моей мамой и взять меня к себе домой? Почему бы и нет? Иди за мной. Ласково сказала она и стала не спеша перелетать с одной елки на другую. Когда уже совсем стемнело, они вышли к избушке, сложенной из огромных бревен. Вот мы и пришли. Ты заходи, располагайся. Мама, такая маленькая птичка, а живешь в таком огромном доме. Наверное, у нее очень много детей. Но в доме никого не оказалось. Зайчонок свернулся в комочек и опять стал тихонько плакать. Ему было очень грустно и страшно. Куда же я теперь пойду? Никому я не нужен, никто меня не любит, никто меня не пожалеет. Мамочка, это ты? Как же ты меня нашла? Сначала я плакала и думала, куда же пропал мой единственный сыночек. Пропал мой ушастик. Съел его, наверное, серый волк. А мой ушастик был такой добрый, такой послушный. Нет больше моего тайники. Но потом я почувствовала всем сердцем, что тебе грустно, что ты плачешь. И я пошла. Я шла и нашла. Мама! Мамочка моя, добрая, красивая, лучше всех для меня, самая любимая. Мы мешок развязали, вам сказок рассказали. А теперь завяжем мешок и дальше пойдем. Новых сказок наберем, а вы нас ждите, пироги пеките. Заяц. Мичкин Данил. Лиса и сова. Дьякова Екатерина. Мама зайчиха. Рыбунова София. Мышонок. Девин Иван. Ведущая Сорокина Дарья.